Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители. Сегодня мы поговорим о детском электротравматизме. Школьные каникулы – это не только отдых для детей, но и повод для волнения взрослых. Ребенок много времени проводит один. Чем он занят? Все ли с ним в порядке? Сегодня говорим о том, как обеспечивать безопасность детей энергетики и о чем могут и должны побеспокоиться родители. Ежегодно энергетики проводят для школьников познавательные уроки, конкурсы рисунков и истории на тему электричества и правильного с ним обращения. Но работы одних энергетиков в данном направлении недостаточно. Для полного понимания проблем электробезопасности нужен пример общества, в котором растет ребенок, и, конечно, главным образом – родители. Эта работа приносит свои результаты. Электротравмы на энергетических объектах единичные, и каждый случай становится поводом для служебной проверки. Но только технических мер мало для того, чтобы полностью обезопасить детей. Им нужен пример родителей. Первое, что должны сделать родители – организовать в своем доме электробезопасный быт. Перед школьными каникулами не забудьте проверить состояние розеток и выключателей. Осмотрите все шнуры электроприборов. Они не должны быть перекручены, оголены, не должны попадать под ножки стульев. Затем нужно напомнить правила электробезопасности детям и объяснить, почему нельзя их нарушать. Например, проведите буквально несколько цифр для сравнения. Для жизни человека опасно напряжение 12 вольт в сырых помещениях и на земле, 36 вольт в сухих помещениях, а самое низкое напряжение на линиях электропередачи 220 вольт. То есть даже в линиях низшего класса напряжений оно многократно выше опасной для человека черты. Ну и наконец нужно повторить с ребенком алгоритм действий в экстремальной ситуации. Проверьте, умеет ли он набирать на сотовом телефоне телефон экстренных служб. Изучите с ним вещества и предметы, которые хорошо проводят электрический ток и потому особенно опасны. И наоборот, вещества и предметы, плохо проводящие электрический ток и полезные в экстремальной ситуации. Не тяни вилку из розетки за провод. Не беритесь за провода электрических приборов мокрыми руками. Не пользуйся неисправными электроприборами. Не прикасайся к провисшим, оборванным и лежащим на земле проводам. Не лезь и даже не подходи к трансформаторной будке. Не бросай ничего на провода и в электроустановки. Не подходи к дереву, если заметил на нем оборванный провод. Не влезай на опоры. Не играй под воздушными линиями электропередач. Не лезь на деревья, крыши домов и строений, рядом с которыми проходят электрические провода. Дорогие друзья, берегите себя, соблюдайте правила электробезопасности, будьте бдительны и осторожны.